мне точно нет. Я прям... быстро выиграла. Да? Это молодец. Так, Макс, вижу, что сегодня Дед Мороз у нас, тебе еще подарок, а тебе главный приз. А, дамы и господа, мальчики, девочки, ну давайте уже зафиналим, да, наш сегодняшний урок. Наградим участников, но прежде поймем, кто же сегодня был самый впечатляющий.